В январе этого года в Казахстане выросли тарифы абсолютно на все виды коммунальных услуг. Народ негодовал, монополисты оправдывались. Мол, сети изношены, а денег на ремонт нет. Сегодня субъекты естественных монополий заявляют, нежелательные для потребителей нововведения дают свои результаты. Обновляется оборудование, повышается качество. В АО «Акбулак», к примеру, успели модернизировать работу 14 насосных станций. В данный момент мы находимся возле насосной станции «Жилгородка», которая обеспечивает гидравлический режим водоснабжения района Жилгородок. При этом были применены самые последние высокие технологии. Это насосное оборудование германского производства, оснащенное частотным преобразователем и оборудованием плавного пуска. То есть работы задается насосом, задается программа, и работа насосного оборудования, ее интенсивность работы регулируется самими потребителями. Всего инвестиционная программа, рассчитанная на 2013, 2014, 2015 годы, предусматривает освоение огромной суммы. На 2,5 миллиарда тенге планируется капитально отремонтировать 62 объекта из имеющихся 87. Оборудование, прослужившее предприятию не один десяток лет, в настоящее время на грани полного износа. В течение 2 лет старые трубы будут полностью заменены на новые германского производства. При повышении тарифа субъект естественного монополия выходит к нам, защищает заявку, защищает тарифную смету. Что такое тарифная смета? Значит, тарифная смета состоит из тех затрат, которые несет субъект естественного монополия при осуществлении своей деятельности. В том числе инвестиционная программа выполняется за счет статьи амортизационное отчисление и прибыль. И получается, сегодняшним туром, пресс-туром, мы хотели показать наглядно потребителям, куда предприятие, в данном случае АО «Акбулак», расходует те средства, которые он получил за счет повышения тарифов. В подобных мероприятиях в скором времени примут участие еще 2 субъекта естественных монополий – АО «Трансэнерго» и ТУО «Энергосистема». Айсула Махмутова, Сергей Калашников, программа «Факт».